Ха-ха! Решил сразу сдаться? Я так и знал! Что? Ну как ты смог? Ты, наверное, спрятал? Ты жульничаешь? Да кто ты такой? Я Саня Крамсай. Четвертая ночь! Салли, ты долго будешь сидеть дома? Пойди на улицу, смог погулять. Но если ты не хочешь, чтобы заниматься чем-то дома. Нельзя же вечно сидеть дома и ничего не делать. Салли, сынок, ты должен чем-то заняться, понимаешь? О, точно. Вот, планшет. Тебе это точно понравится? Ну ладно. Мы скоро придем. Пять ночей с Балди? Это что-то новенькое. Где это я? Это школа? Добро пожаловать в мою школу и в игру под названием «Пять ночей с Балди». Ты еще кто? Я профессор Балди, и это моя школа. И если ты хочешь выбраться, тебе нужно продержаться 5 ночей в моей школе. Итак, правила просты. Ты куда собрался? Это моя школа. Ты просто так отсюда не выйдешь. Все равно ты не выйдешь из моей школы, ведь ты в моей игре! О, кнопка! Что? Кто вообще здесь поставил-то? Не, пожалуйста, не уходи, не нажимай! Пожалуйста! А? Если ты обыграешь меня, то ты станешь самым умным на планете! Понятно. А, что? Нет, нет! Победитель получит новый телефон! Фу. Интересно. Клюнул. Это новенький телефон. Самый лучший в своем вообще вот в телефонах в своих вот. Вот, хочешь получить его? Тогда можно меня победить. Согласен. Глупец. Меня просто так не выиграешь. Не знаю, меня считают самым умным, самым ловким и везучим. Ведь я мистер Балди! Я вообще-то все слышу, давай. Да начнется игра! Итак, первая ночь! О, а я тут симпатичный, кстати. Хорошо получился. Встань и посмотри перед собой! Что тут лишнее? Перед собой, говорю! Дал тебе фору! У тебя 10 минут! Я вот в твоем возрасте отгадал эту загадку всего за 6 минут! Ну чего спрашиваешь? Прости, что? Я говорю! Ну как? Не прошло же минуты. Такого не может быть. Так ты же сам написал. Лишняя. Ну это же такая голова. Ну ничего. Тебе другие ночи точно не выдержать. Это вызов. А как тебе это? Можешь звать мамочку на помощь. Ну все, поехали! Все,
первой учительской руки ставящей двойки. В еде меня еще никто не побеждал! Не родился на земле тот, кто победит меня! Приготовиться! Старт! Сейчас! Вот сейчас он! Стоп! Нет! Нахуй! Предатель! По носу пропал. Еще одна гранда. Сейчас я все подожди. Решил сразу сдаться? Я так и знал. Я тебе сразу сказал, что я... Я тебя... Что? Ну как ты смог? Ты, наверное, спрятал? Ты жульничаешь? Да кто ты такой? Я Саня Крамсай. Четвертая ночь. Ловкость учителя математики никому не произойти. Это болото. Кому съест крокодил? Или кто выйдет за пределы болота, тот проиграл. Прыгать можно только по своим кушеткам. Я была зеленой. А я зеленый. Поехали. Проверяем условия позиции. Придется играть грязно. Как ты такой, пьянчика? Я что? Очень! А вот так вот? А ты такой, приемчика? Ну, ты свободен. После этого мне надо закрывать игру. Ну как тут можно играть там? Точно! Матч реванш! Балди счастливый, поэтому играем в соломинку! Итак, кто выйдет самую короткую, тот проиграл! Где первый? Кипенники, ваши болезни, кипенники, Балди! Это длинная? Это длинная? Я проиграл. Я могу идти. Да, иди давай, конечно. Победители не держат проигравших. Сынок? Да. Саня, ты играл? Угу, наигрался. Может, еще поиграешь? Спасибо, не надо, я лучше на улицу пойду. Что это с ним? Мир от отца работает. Кто лучше отец? Я лучше отец. Кто лучше отец? Я лучше отец. Вам понравился выпуск? Тогда ставь
и подписывайся на канал. Пишите комментарии в сообществе, а также в Инстаграме. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а пока, всех люблю, всем пока! Да. Точно, что-то не горит косыночка. Салли, ты долго будешь сидеть? Блин, там кукубль видно. Кто лучше отец? Я лучше отец. Кто лучше отец? Я лучше отец. Блин, опять эти куклы сраные. Тёш, ты что делаешь? Чё молчишь? А что надо делать? Ты готов? Нет, просто поеду. Всё, учениска! Сейчас было реально шлепнуло. Ура. Ура.